Я рад приветствовать всех, кто присоединился к нашему прямому эфиру сегодня, здесь, сейчас. Эфир случается по факту того, что происходят некие события, которые очевидным образом указывают тем, кто в состоянии услышать эти указания, на то, что действия нашего мирализонского геноцидного бюллета перемещается на более обширную территорию. Ранее сидели себе люди и думали, где-то там, что-то там у нас происходит, где-то там у нас рвутся бомбочки, снаряды и всякая бяка происходит где-то там. Там вот в новостях нам рассказали, где-то там. А сейчас уже диапазон действий расширяется. Подошло то время, когда те, кто управляют этим геноцидным балетом, дали необходимые сигналы тем менеджерам, которые занимаются утилизацией двуногого населения с одной стороны и с другой стороны. Сигнал пришел из одного источника, указание. Так что, мои хорошие, начинаем расширять диапазон пожарищ. И диапазон пожарищ начал расширяться. Ничего удивительного в этом нет. Сигналом к этому были прилеты так называемых этих дронов. Вот так прилетели себе такие, раз, долетели куда-то там до столицы нашей родины, города-героя. Как бы долетели, как бы там что-то где-то. Ну, это так, предупреждение. Для тех, кто засиделся у себя в комфортных квартирках на фаянсовых горшках. Разумные люди, которые в большей степени проявили уже человечность, достаточно давно поняли о своем месте. И некоторые из них остались и в городах, да, но запаслись необходимыми мачете, копьями, вилами, пулеметами Катчинсона и разными другими приспособлениями, которые, очевидно, пригодятся для той самой ночи, которая от заката до рассвета. Да? Многие смотрели фильм Квентина Тарантино, я думаю. Конечно, это аллегорически. Но, тем не менее, мы сюда приходим, в этот мир, для того, чтобы исполнить свой основной акт на сцене жизни. И у кого-то это будет жесткое рубилово. А у кого-то вовсе никакого жесткого рубилова даже не случится. Они, многие, уже переместили свои телесно-умственные аппараты из утилизаторных. Это города, это, собственно, утилизаторные, по большому счету. Переместили в сторону подальше от зоны пожарища. Ну, а кто-то только-только сейчас этим вопросом начинает заботиться. Оно же, знаете, как бывает. Вот какие-то там говорящие люди, там Владимир какой-то, говорящая голова, ну, геи, говорящие голды, бубнят себе какую-то фигню еще в прошлом году. Бубнили кого-то выселять газ, свет, электричество, канализацию там нам отключат. Ничего же не отключили. Все, замечательно. Целый год живем с прошлого лета. Вот уж целый год прошел, а события как бы не случились. Вот говно не перекрыли. Электричество есть, все хорошо, никого не выселяют, все прекрасно. Поэтому посидим еще. В любом случае, дорогие друзья, каждый чувствует сердцем своим или живет по уму своему. Но многие из тех, кто на нашем канале имеет место быть, переместили свою пятую точку из точки А в точку Б. Без всяких, так сказать, страхов, сознательно. И очень многие написали по поводу того, что они счастливы этим изменениям. Въезжая в большие города, очень многие чувствуют патологическую усталость. Вообще жизнь в городах, она связана с патологической усталостью. Но смысл, еще раз говорю, заключается в том, что сейчас уже неявные, а точнее явные, если раньше это были неявные сигналы, сейчас эти сигналы уже достаточно явные, но времени для тех, кто еще сообразит,
остается уже совсем мало. Даже те, кто раньше не чувствовал подобных изменений, начали двигаться. Уже и пожилые люди, в 90 с лишним лет, выражают мнение по поводу того, что необходимо переместиться даже из Подмосковья куда-нибудь подальше. Из Подмосковья надо переместиться. Из ближнего Подмосковья. Поэтому, друзья, думайте. Чувствуйте сердцем. И после этого думайте умом. Ум же он для чего предназначен? Для того, чтобы интерпретировать то, что приходит через сердце. Через сердце пришло — не отстраняйте, изучите. Потрогайте, пощупайте, понюхайте. Попробуйте на вкус. Это интуитивное. Сердце никогда не обманывает. Если уезжать не тянет, значит, и не надо. Значит, в одну руку ятаган, в другую руку мачете, в зубы кинжаль и вперед. Будет чем позаниматься. Последний выход на сцену, как говорится. Но смерти же не существует, поэтому париться по этому поводу совершенно нет никакого смысла. А вот весело повыпускать кишки тем, кто собирается вам выпускать кишки, вот это забавное занятие такое. Без зла, без страха, без ненависти, когда настанет время. Дорогие друзья, у каждого человека есть возможность исцеления от хронических заболеваний, неизлечиваемых современной медициной. Подробную информацию о записи на консультацию и о результатах исцеления пациентов вы можете найти в описании к этому видео. Благодарю вас за внимание. Для всех ли важно менять питание? Да вас же никто не призывает менять питание. Ни разу. Вы можете это сделать, а можете не сделать. Вам решать. Никому-то еще. Кто-то за вас не может это решить. Не давайте никому за вас ничего решать. Потому что как только вы ищете решателя за вас, вы себя порабощаете этим действием. Чувствуете сердце, сами принимайте решение. Потребно вам или не потребно? Если не потребно, делайте, что потребно. Всем здравия, Владимир. Наблюдаю за всем, что происходит, и вспоминаю ваши стримы двухгодичной давности. Но я наблюдатель уже. Домик в деревне расцветает. Это тоже мудро. Палец поднятый вверх — это мудро. Друзья, я благодарю всех, кто присоединился сегодня к нашему прямому эфиру. Меня уже ждут. На самом деле я приехал на массаж. Поэтому надо бы пойти. Я, кстати, вожу с собой органическое масло для массажа. И туда добавляю органическое эфирное масло. Хорошо. 100%. Здесь тоже можно купить все натурально. Пока еще. Слава Богу. А то химозину всякую разводят, минеральное маслишко, нефтяное. И говорит, давай, говорит, не надо, благодарствую, но что-то не очень потребно. Дорогие друзья, всех целую, всех обнимаю. Друзья мои, если сегодняшняя передача у вас вызвала коломет и полные штанишки какашек, это хорошо. Возможно, завтра следующая передача таки у вас уже не вызовет подобной дефекации. События происходят. Беспокоиться по этому поводу абсолютно бессмысленно и, более того, деструктивно. Поэтому, на мой взгляд, необходимо смотреть на этот мир широко открытыми глазами, со всеми скверностями, которые происходят здесь. И индивидуум, находящийся в состоянии спокойного наблюдения самых разнообразных дерьмовых вещей и хороших вещей, которые случаются у нас здесь, этот индивидуум наиболее приспособлен к сохранению своего телесного умственного аппарата в это очень непростое время. И понимание происходящих событий дает вам возможность
поучаствовать в создании новой цивилизации. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий. Здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.